Две районные экспедиции, большая международная вахта, 38 разведывательных выездов различной длительности. Результат деятельности отряда «За Родину» в нынешнем году. Работая в непростых условиях, исследуя каждый сантиметр некогда кровавых полей сражений, удалось вернуть из небытия 53 солдата. При бойцах были найдены 18 медальонов. 6 имен удалось восстановить. 33 солдата захоронены в Ельне Ушакова, 4 солдата на кургане в Десногорске. Остальные солдаты находятся во временном захоронении. И 2 солдат уже передали на родину. Также командиру отряда было передано благодарственное письмо от Совета молодых депутатов при Совете муниципального образования Кореновского района Краснодарского края. Туда отправятся останки красноармейца 1902 года рождения. Останки этого солдата были переданы отрядом принимающей стороне в деревне Бетлица Калужской области 29 ноября. Выражает благодарность поисковому отряду «За Родину» города Десногорска Смоленской области за большой вклад поисковую работу по установлению имен и судеб советских воинов, геройски павших в борьбе за освобождение Родины от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Такие успехи – это результат в том числе и многолетнего сотрудничества отряда со «Смоленск-Атомтехэнерго». Организация оказывает помощь и поддержку поисковикам, благодаря чему коллектив в силах работать на благо истории своей страны. Благодарность от командира отряда получил Вячеслав Иванов, представитель организации. Выражаю огромную благодарность за личное участие в поисковой деятельности, за участие с нами в поисковой экспедиции. И для тех, кто не знает, Вячеслав лично поднял в первую экспедицию сам солдата, впервые взяв в руки щуп. Дальнейшее сотрудничество отряда и неравнодушной к истории своей страны организации будет продолжено и в 2020 году. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.